как по главной дороге к нам бежит кто-то. Двое. Я снизу буду за ним заходить сзади. А убил их? Да. Как на прием толков? Хорошо лежат. Минус один. Сучка тут с топором, блять. 37 уровень. По дереву ты? Да, я внутри. Опа, есть чевок. Где? У нижнего. Минус. А кто под площадки бегает? Нет. Я. Тут 41-й, блядь, с двухстволкой, ну ёб твою мать. Не, ну сильный очень, как бы. Любаные геймеры, блян. Вот, только хотел сказать геймеры. Реально геймеры, пошли поиграть в игру. Не дай бог потеряю что-нибудь, блядь, возьму-ка с собой только топор. А помните, как раньше была мода такая, щадить топористов, типа там... помогать им, помните, я там, я их убивал, а Уаничат меня-то прям осуждал, прям ругал меня за это, типа, блин. А как же кодекс топориста, вот это все. А сейчас как-то все от этого отошли, теперь вот за диких такая же есть, такой же кодекс. Ну, просто появилась земляк, мы... Пилот, здорово, дела хорошо, спасибо. Идюха спавнится на втором этаже, где... Реноха стоит. Кто прыгал сейчас? Я не прыгала. Кто-то здесь у нас. Вот я, машинка. ЧВК. 41-й массинист. Куда он ушел-то? К берегу, типа? Где-то вниз, да, походу. Вот он прыгал, прыгал, куда-то ушел. Ой, ёптать, уходит к берегу. Куда? Вижу. К берегу. Вижу, вижу, вижу. Одного убил, второй левей. А где-то у полицейской машины. У полицейской машины куда-то левее он уходил. Дал хае на звук. Блин, тут, конечно, местность такая сложная. Убил. Где он был? В камне сидел. Понял. Видел двоих, может больше тогда. А, тут первый, да? 39-й, ну хотя бы одетые. Там сумка торчала у него. Да-да-да. Убил. Блять, мышара. Ух, блин, напугал меня. Что-то думал, там деревяшечка решил. Ты в гараже? Да. Он тут подлутал уже чуть-чуть. Здесь внутри бегает. С левой стороны. На балкон вышел. Дверь открыл, зашел на первый этаж. Одного убил.
второго убил. По мне что-то прилетело издалека, походу, да. Один у меня прямо в центре, на главном. Убегает. Пошел. Он. Не убил. Блядь, да иди ты нахер. Где он? Один нас между нами, прям на улице. Убил. Хорошо, я тут уже пожался к нему. Под Симбу не открывайся. Я ощутил. Они поняли, что на Симбе их видно, блин, походу, и это... Они эволюционировали? Эволюционировали немножечко, да. Но не сильно, раз они снова в кустах сидят там где-то. Там не было дымов, может, каких-нибудь, нет? Ах ты, сука, стреляет по мне. Здесь текстуры нету, походу. Блять, да, тут нет текстуры у этих коробок. Лутаю второго. То есть на миссию дается 2 часа, но 1,5 часа командир стороны желает просто, чтобы сторона посидела. И подождала момента. И ты сидишь 1,5 часа, просто так в монитор залипаешь. Кто-то, кажется, идет к тебе по дороге. От общаги. Прямо уже около тебя где-то. Ты же внутри? Да. Он ходит по главной дороге, идет в твою сторону, по-моему, если я не ошибаюсь. Если это не бот. Да, это не бот. Бел. Убил. Угу. Я уже вышел его встречать. Попал. Что-то челик уже на выход собрался. Собчак, наверное. Еда, вода есть. Понял. А, он наверное, на этих пошел, походу, на отступников, блин. Ёлки-палки, ну точно на них пошел. Чё он там набрал? 120 патронов на СВД, дальномер, еда, вода. Так. Двое к нам подбегают. Откуда? Звуков ноль. С той стороны. Тебя слышат, они между собой общаются. Меня слышат? Да-да-да. Ты ж на втором? Да-да-да. Они на первом, короче, идут. Они внутри? Точно внутри в здании? Да-да. Слышу. Я выпрыгнул. Сзади них нахожусь теперь. ЛЦУшка светит, он... Я свечу ЛЦУшкой. Ты где? Скажи тогда. Главный вход. Прям главный вход. Они прыгают. Понял. Убегают? Лови. А как они мимо тебя прошли? Убегают, они уже у детской площадки. Минус. Оба? Да. Ты там уже у них? Да. Нет, так если ты на главном, как ты их мог пропустить-то? Ну, вот я их услышал, вышел на центр. Все, звуков ноль. Я был уверен, что они под тобой по звуку. А они уже прошли сюда. Шагов не было. Топористый пистолетчик? Так, где второй-то? А, вот он. Да, топористый пистолетчик. С стороны от гаража по дереву услышали тебя. И вышли, видимо... Причем это стример еще какой-то голый ходит с пистолетом. Или с топором. Хрен его знает. Алиса, что там, как дела в Таркове? Ой, в Таркове, в этом, в Дейзике. Что-то там какой-то карч у них вышел новый, да? Не умирает, он у этого, у бедного.
С РФБ? Нет, не грена. Их, походу, несколько. Я подхожу к с воды. Меня взорвали. Бля. Я успел эти гранаты кинуть? Гранатин. Все, минус, говорит. В смысле, а ты внутри был? Нет, я был снаружи, мне гранаты кинули. Понял. Я был прямо на главном дороге, у богатого. Я понял, я слышу. Они прыгают там. Он был с большой сумкой? С лодкой. Бля, мать заметился. Блядь, что летит? Стох, нет? Вроде стох. Вот он на РФБ, кстати говоря. Ну, походу, вот он. Нет. А, на Джей, вот он, наверное, да, имел в виду. Ну что, он с пистолетом? Серьезно? Ну нахрен, не поверю. А, тот, наверное, снял с него ган. Да-да-да-да-да-да, точно-точно. А это кто? Еще один чел какой-то. Ты за сколько сегодня нафармил, не считал? Не, может чат считал, хрен его знает. Ну я, короче, так прикидываю, у меня примерно 6 миллионов за 4 часа, что мы сегодня бегаем. Чат, кто-то заметил, сколько сегодня я нафармил, нет? В начале стрима у тебя было 40 лямов, а сейчас сколько? 47, да? 6 лямов нафармил в начале стрима. Угу. Но это только я, прикиньте, нафармил. А еще Мэтт нафармил столько же. И еще сколько-то Аня успела нафармить. Представляете, сколько денег на маяке водится? И нет, чтобы людям играть маяк, то есть нормально ходить туда рейды хорошие, посерьезки. Они туда ходят голые с топором. Голый с топором, с сумкой и никнейм с припиской TTV. Классика, блин. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.